Будущие ответственные хозяева сделают все, чтобы удостовериться, что они выбрали себе правильного котенка. Неважно, породистый вы или нет, у каждого из вас свой характер. Кто-то предпочитает улицу, кто-то диван. Кому-то необходим регулярный уход за шерстью, кому-то нет. Кто-то более социализирован, кто-то остается интровертом. Просто помните, откуда бы вы ни были, вас будут выбирать по активности и внешним признакам здоровья. Так что будьте дружелюбны и относитесь к себе внимательно. Ваша новая семья отведет вас на первый ветеринарный осмотр вскоре после прибытия домой. Но об этом не стоит волноваться.